Сегодня мне бы хотелось рассказать об одном очень колоритном персонаже, который прекрасно вписывается в нашу нынешнюю реальность. Это я имею в виду пандемию. Речь пойдет об Асклепии, или как его называли римляне, Эскулапии. Ну, давайте на секунду остановим мыслительный поток и что нам приходит на ум. Ну, сформирован у нас плотно, резко положительный образ данного персонажа. Да, лечил людей, находил новые способы, даже воскрешал их. Но, как говорится, есть нюансы. Ну и, собственно, так всегда. Как только начинаешь вникать в биографию кого-нибудь из них, начинает всплывать всякая накипь. Ну, начнем сначала. Существует несколько версий относительно места и обстоятельств рождения Асклепия. В них обращают на себя внимание географическое разнообразие, что может свидетельствовать либо о том, что жители многих частей Эллады хотели бы видеть Асклепия своим земляком, либо указывать на места возникновения культа. Согласно классической версии мифа, Асклепий был сыном дочери Флегия Карониды и Аполлона. С его рождением связана драматическая история. Каронида, забеременев от Аполлона, изменила богу со смертным Исхием. Ворон донес о случившемся. Бог, придя в ярость, поразил Карониду стрелами. Вскоре он пожалел о своем поступке. На погребальном костре, от копоти которого ворон, кстати, навсегда почернел, вот теперь мы знаем, да? Аполлон вынул из чрева Карониды Асклепия и передал его на воспитание кентавру Хирону. В других версиях Карониду убивает Артемида, а ребенка из чрева матери достает Гермес. Хирон научил Асклепия врачеванию и охоте. По одной из версий мифа, по просьбе Аполлона. В искусстве медицины Асклепий превзошел всех смертных, причем настолько, что научился воскрешать мертвых. Существует как минимум две версии мифа относительно того, каким образом Асклепий возвращал людей к жизни. Согласно одной из них, он получил от Афины, обладающей волшебными свойствами, кровь, которая вытекла из головы медузы Горгоны. По другой, Асклепия заставили силой вернуть к жизни сына критского царя Миноса Главка. Его поместили под стражу. Когда Асклепий в смятении размышлял над сложившейся ситуацией, то на его посох набросилась змея. Он ее в гневе убил. Через некоторое время приползла другая змея с какой-то травкой в пасти и положила на голову убитой. Через некоторое время змея ожила. Тогда Асклепий нашел эту травку и оживил Главка, тем самым приобретя свободу и научившись оживлять мертвых. Посох Асклепия, обвитый змеей, стал атрибутом бога врачевания, а с 8 века нашей эры его стали использовать в качестве символа медицины. Среди воскрешенных Асклепия мифологических персонажей различные источники упоминают участника похода семерых против Фив Капанея, царя Немея Ликурга, сына Тесея Ипполита, спартанского царя Тиндерея и даже, согласно орфикам, Гименея. Ферикит утверждал, что Асклепий стал воскрешать всех, кто умирал в Дельфах. Согласно Пиндару, свои чудеса Асклепий совершал не бескорыстно, а за плату. Что-то запахло корыстолюбием, или мне кажется. Но, как обычно, начались нюансы. Асклепий излечил раненого Геракла, который после неудачной битвы с Гиппокаонтом и сыновьями прятался в области горы Тайгет. Кроме врачебных достижений, согласно одной из версий мифа, участвовал в плавании аргонавтов в Колхиду за золотым руном, время которого вернул зрению царю Финею. Такая деятельность Асклепия по оживлению мертвых
не понравилось олимпийским богам. По другой версии, не понравилось, что он брал за это бабки. Зевс за вмешательство своего внука в законы природы поразил его своей молнией. Поздние мифы передают с разными подробностями реакцию Аполлона на смерть своего сына. Слезы Аполлона превратились в янтарь. В гневе он убил циклопов, которые выковали Зевсу молнии. Но они тут при чем, а? За это верховный бог покарал сына и заставил несколько лет прожить на земле в качестве слуги Адмета. Представляете, как все закручено? И как тесен тогда был мир. Ну, впрочем, как и сейчас. Позднее Зевс вернул Асклепия к жизни, и он занял место среди других олимпийцев в качестве бога медицины. Таким образом сбылось пророчество, данное ему в детстве дочерью Херона. «Обязаны будут нередко смертные жизни тебе. Возвращать ты души им сможешь. К негодованию богов однажды на это решишься. Чудо тебе повторить воспрепятствует молния деда. Станешь ты ранее бог бескровным прахом и богом. Станешь из праха опять, два раза твой рок обновится». Дабы не оскорблять память древнего бога, я скажу, что лично придерживаюсь версии, что Зевс молнией убил Асклепия именно за то, что он нарушал порядок жизненного цикла. Я постараюсь максимально широко раскрыть тему Асклепия и его семьи. Этому, конечно же, есть причины, но я их сейчас не назову. Практически все семейство Асклепия тем или иным образом связано с медициной. В классической версии мифа его женой была Эпиона, унимающая боли. О данном мифологическом персонаже известно мало. Ну, в принципе, то, что она боль унимает, уже достаточно, чтобы понять, кто это. Гиппократ называл ее дочерью Геракла, согласно Схолиям к Илиаде, дочь Меропса. Также в ряде источников женами Асклепия называют Лампетию, дочь Гелиоса и нимфы Нееры, Ксанту, Аглаю и Гиппонею. Сына Тесея и Ипполита некоторые называют возлюбленным Асклепия. Ну, как же без этого-то? Детьми Асклепия разные источники называют сыновей Махаона, Подалирия, Телесфора и Яниска, а также дочерей Иаса, Гигиея, Эглу, Панацею и Акеса. В Илиаде Гомера упоминаются два сына Асклепия – Махаон и Подалирий. Оба брата привели под стены Трои 30 кораблей. Они проявили свой врачебный талант, а также полученные от отца знания, исцелив раненого Парисом царя Менелая, а также Филактета, диагностировали безумие Аякса Великого. Впоследствии их стали почитать в качестве родоначальников хирургии Махаона и терапии Подалирия. Смотрите, как все плотно переплетено. Гигиея, богиня здоровья, по одной из версий, дочь Асклепия и Афины, ни много ни мало, является важнейшей среди детей бога медицины. Культ этой богини возник независимо от Асклепия, а со временем произошло их объединение. Из всех божественных детей бога медицины, она единственная наряду с ним имела собственное святилище и храмы. В Римскую республику почитание Гигиеи проникло в Рим одновременно с культом Асклепия. Впоследствии ее стали отождествлять с римской богиней Салюс. Вначале она символизировала хорошее самочувствие и здоровье. В Афинах олицетворяла чистый воздух и источники. Впоследствии в Риме стала символом общественного благополучия и благосостояния. Ну, медицинская дисциплина гигиена произошла как раз от этой богини. Ну, название. Эгла является производной от греческих слов, обозначающих свет, здоровье, блеск. В связи с последним значением ее почитали в качестве богини роскоши. Ну, я думаю, что имелось в виду фигуральное это выражение роскоши здоровья, так скажем. Это мое мнение. На многих изображениях между Асклепием и Гигиеей помещена фигурка невысокого человека в капюшоне – Телесфора, приносящий пользу, приводящий к благополучному концу. Первоначально его культ возник в Пергаме, где существовал храм Телесферион. Этого персонажа также называли Эвамерионом и Акисием, дословно целителем. Этот персонаж вошел в божественную семью Асклепия с весьма своеобразной функцией. В Асклепионах, в которых на протяжении веков проходили лечение античные греки и римляне, исход был не всегда благоприятным, несмотря на применение самых разнообразных методов. В связи с этим и появляется Телесфор, который обладал способностью усиливать возможности Асклепия, катализатор, короче говоря, такой.
Его основной функцией стала помощь в процессе выздоровления и восстановления утраченных вследствие болезни сил. Он мог вызывать необходимый для выздоровления лечебный сон. Также к дочерям Асклепия относили всеисцеляющих панацею, Иаса, а также Акеса, символизирующую процесс излечения. Тут выскакивает как черт из табакерки Цицерон со своим трактатом о природе богов. Он был поклонником так называемого эвгеризма. Это доктрина такая, объясняющая происхождение богов по смертным обожествлениям смертных. И вот как раз он на примере, значит, Асклепия приводит три толкования, подчеркивая их порочный характер. Сын Аполлона, также смертного, который изобрел медицинский зонт и первый стал бинтовать раны, стал почитаем божеством в Аркадии. Это один вариант, откуда взялся Асклепий. Второй вариант. Сын Гермеса, погибший от удара молнии, похоронен в Киносурах. Третий вариант. Сын Арсипа и Арсинои, который открыл способы очищения желудка и удаления зубов, похоронен в Аркадии неподалеку от реки Лусиоса. То есть понятно, да? Уже в то время, значит, многие выдающиеся умы задумывались о том, откуда же взялись боги, собственно говоря. Ну и пытались объяснить, естественно, это естественными причинами. Вот, пожалуйста, вам обожествление смертных. Ввиду их выдающихся, конечно, заслуг каких-то. На античных изображениях Асклепия возле его ног можно встретить собаку. К таковым, к примеру, относится один из барельефов Эпидавра – монеты времен правления Марка Антония. Она напоминает об одной из версий мифа о рождении Асклепия, в которой собака защищала младенца от диких животных на горе до прихода пастуха Аристана. Собаки в качестве священных животных Асклепия жили при Асклепионах. Это животное символизирует верность, преданность и бдительность. Существует несколько объяснений данного атрибута бога медицины. По одной из версий, Асклепий унаследовал собаку от своего отца Аполлона. Собака, как и посох, также является атрибутом странника, в том числе и переходящего из города в город врача. Рядом со Асклепием иногда изображают козу. Это коза Атена, которая, согласно мифу о рождении Асклепия, накормила Асклепия младенца. Именно поэтому коза не относилась к разряду жертвенных животных в храмах богов здоровья античного мира. Некоторые авторы путают коз с баранами, которые приносили в жертву на алтарях храмов в древности наряду с быками и свиньями. Их изображения встречаются на вативных барельефах, показывающих сцену жертвоприношения Асклепию. Жертвенным животным Асклепия был петух. Именно его приносили в жертву исцеленные в благодарность за выздоровление. Предсмертными словами Сократа, согласно Платону, стали «Критон, мы должны Асклепию петуха, так отдайте же, не забудьте». Таким образом, древнегреческий философ воспринимал смерть как исцеление от земных невзгод. Ряд авторов делают предположение о том, что петух в данном случае является символом бдительности, необходимой для медицины. Также существует предположение, что петух для Асклепия представлял собой обозначение гонорару врачу. Эта тема нашла отображение в искусстве нового и новейшего времени. Рядом со Асклепием также помещали мудрых птиц – орла, сову и ворона. Еще одним атрибутом, который изображали рядом со Асклепием, являлся амфалос, так называемый пуп земли. Он представлял собой камень, располагающийся в центре мира, согласно верованиям античных греков в Дельфах. Рядом с амфалосом Пифия от имени Аполлона предсказывала будущее. Асклепия, чьим уделом также были пророчества относительно необходимых действий для исцеления, часто изображали на амфалосе. На этом месте, где якобы возникла жизнь, бог медицины как бы возвращал к жизни больного. Асклепий не был единственным божеством античной Греции, который обладал функцией целителя. Основным богом медицины был Аполлон. Так, например, клятва Гиппократа начиналась со слов «клянусь Аполлоном врачом», и лишь затем следует Асклепия. Современные антиковеды видят в Асклепии одного из многих божественных сыновей Аполлона, который подчеркивал одну из его ипостасей и функций, в данном случае врачебную. Среди других богов, обладающих функциями целителей, выделяют Диоскуров, Геру и Афину,
а также Гефеста, целебные грязи, сводчины которого острова Лемнос использовались для лечения античными врачами. К другим античным героям-полубогам-целителям относят Мелампода, Амфиарея, Трофония, а также кентавра Хирона, который обучал Асклепия. В конечном итоге культ Асклепия возобладал и вытеснил других божественных врачей. Всего в Древней Элладе существовало не менее 300 храмов Асклепия, что указывает на повсеместное распространение культа, стирание локальных границ в его почитании. Ну, дальнейшее к основной теме повествования моего не относится, но я решил это дать, потому что это просто интересно для расширения кругозора, так сказать, как лечение проходило в античное время. В Асклепионах жили и трудились жрецы Асклепиады. Они возводили свой род к Асклепию. Первоначально помощь страждущим, обращавшимся к богу медицины, заключалась в религиозных обрядах. Важную роль в них занимала инкубация. Она состояла в том, что прошедших соответствующие ритуалы пациентов помещали на ночь в абатон. Там они, возможно, под действием наркотических веществ засыпали. Во сне, по мнению древних греков, их посещал Асклепий. Сновидение передавалось Асклепиадам, которые на его основании делали соответствующие выводы и назначения. Ну, я так понимаю, что это метод диагностики был античный. Естественно, толкование сновидений допускало произвольные трактовки Асклепиадам. Они могли назначать тот метод лечения, который считали наиболее подходящим в данном конкретном случае. В случае исцеления истории болезни должна была записываться, в противном случае нет. Ну что, нормальный ход, понятно все. До сегодняшнего дня дошли высеченные в камне таблички из эпидаврского Асклепиона, на которых записано 70 историй выздоровления, обратившихся к Асклепию паломников. Кроме магических ритуалов, Асклепиады применяли и другие методы лечения, включавшие водолечение, диеты, гимнастические упражнения, использование различных трав и даже хирургические вмешательства. На протяжении нескольких веков Асклепиады эмпирически смогли накопить знания по эффективному лечению ряда заболеваний. Собственно, вся современная западная медицина корнями идет оттуда именно, с Асклепионов. Даже незабвенный Гиппократ тоже стажировался в Асклепионах. Хотя, конечно, он отрицал божественное вмешательство в получении болезней людьми, но, тем не менее, стажировался и учился он именно в Асклепионах. Какой есть еще интересный момент? Этимология слова «Асклепий» не выяснена. Существует несколько версий относительно происхождения слова. Ни одна из них не выдерживает критики лингвистов. Среди известных предположений выделяют взаимосвязь имени со словом «крот» греческим, предполагая некую схожесть кротовин с постройками в храмах бога, либо какую-то его взаимосвязь с этим животным в доархический период греческой истории. Ну, интересно, какую? Значит, есть еще версия, что слово «Асклепий» связано со словами хетского языка «асула» – благополучие, и «пие» – давать. В Спарте его иногда называли «эглазр» или «аглаоп», что по одной из версий связано с именованием матери Асклепия – «эгла». План был поведать о рождении и жизни бога медицины Асклепия. Ну, немного коснулся истории медицины. Не думаю, что уж много времени на это потратил. Вот, а на этом у меня на сегодня все. Будьте здоровы, всего вам хорошего, берегите себя, люди.